звертаючись до вас, хочу вам нагадати відповідальність, яку ви візьмете на себе. Не тільки сьогодні постояли, були присутствували, але на все життя. Ви будете являтися хресними батьками цього младенця. Потім він буде виростати, стане отрок, а потім вже і зрослим. Але все одно він буде являтися вам похресником, ви хресним батьком. Ви також будете являтися помічниками, рідним батькам. Тобто у вихованні, можливо, щось, якась така допомога. От, наприклад, рідні батьки хочуть десь поїхати або десь піти. От, і потрібно залишитися з дитиною. Вони прозвонили до хресної мами чи до хресного батька. Так, пожалуйста, ми сьогодні йдемо десь на якийсь вечір, побудьте з нашою дитиною. Добре, будемо, тому що ми являємося помічниками виховання. І, а саме головне, ви будете молитись за здоров'я, щоб він щасливо, здоровий виростав. Благословен Бог нас і на нині присний во віки веков. Амінь. Святий Боже, святий крепкий, святий смерти помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий смерти помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий смерти помилуй нас. Слава Отцу і Сину Святому Духу, нині присно во віки веков. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти руки наша, владико, прости беззаконие наш. Святий Боже, жити на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да будь воля Твоя. Яко на небесі, на землі хлеб насущний даш нам князь, і остави нам долги наші, якої ми оставляємо дружником нашим. І не введи нас в іскушення, но ізбави нас от лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині присно, і во віки веков. Амінь. Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, Боже наш, тебе волим, тебе просим, да знайся лице Твоє. На рабе Твоим всем, Александр, это знамя крест, видел родного сына Твоя. Сердце помышления живет и святым миром, во всяком лукану это вражье последнее же повеление Твоим. И лозы зареченно пробитым святым на нем, сокупляешь во времени по потребности святой Твоей Церкви, и совершаем страшными тайнами Христами и радуйся. Благодатная Богородица, Дева из Тебе, во сердце, от правды Христе Божий наш, просвещай и слушай во тьме, веселиться из Тебя, Царший Братвий Господь Божий истинный. Единородный Твой Сына Святого Твоей Духа возлагай руку мою на раба Твоего Сего Александра. Сподобите прибернути ко святому имени Твоему Твоему, сохранитеся, оставите ветку и юный принцип антивери надежде любви, для разумения, как Ты есть и един Бог истинный, единородный Твой Сын Господь наш, Христос и Святый Твой Дух, дашь ему во всех заповедях сохранить. Водный тебе сохранить Иакове, аще сотворил сия человек живут в них. Напиши ее в книге жизни Твоя. Соедини остаток наследия Твое, да прославится имя Твое, святом не возлюбленного Твоего Сына. Господа нашего Иисуса Христа и животворящего Твоего Духа, да буду очи Ты зарающим на нее милость себе, и лучше Твоим слышала с умоления Его. Возвеселите руку Его в всяком роде Его, да исповедься и поклоняйся, славлять имя Твое великовешне, и воспалите все эти живота свое. Твоя Божия милость, Ты спасательный Божий, Ты слава ссылай. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй, запрещай Тебе, не Господь, прещай, мир, целитесь человечек, да разрушит Твоим учительством и человеком. Еже на древесно продел силу победу солнцу помершу, земли поколебавши, ровно творзатели все святые волосы, что начало власти силы, ночи декремши с гранаты за рухими, не ложи трапеши небо и землю море, вся яши в них изведет стути, Позабежать на избранного воина Христа Бога нашего. Он у тебя запрещает ходящий на крыло ветре, творящий ангел, из видов с тобой создание всего и отца всем. Отца и Сына Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Бог святый и страшный, воседели крепости свины посвящими, и не если и кто придут перед тебе, я вечным укидом ли не нами остани и рады, помилуй поспешным Твою силу уступит им, но запечатай меня, Господа нашего, все сокрыто и Сына Бога нашего, запрощите Богу усу лукавому и нечистому, и скверному дзену, в дни ты от него отступил, познай.
Мая пресветную силу, не снимать ему шипов, не помнящий тебе. Во твое просвещение восстада, сныне и бойся Бога. Его же полин земляного вода, отплатит создавший небо. И постарен ставим до имель. Положит на своем море, вот и здесь все следует, прикасается, и наделяется, приливающий. На лице все земли изведет, стопер, ежик, и свет просвещение того шедем. Запрещай тебе спасительное страждание Господа нашего Иисуса Христа, и честными телами крови пришествие страшный прийдет, и не закосни в свете всей земли тебе, успешные твои силы, помощь смерть труменьшую шревня сыпаями, и огня сами, и державы Христа по нашему Отце, и святым Духом, и непресно, и во веки веков, аминь. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи, слава Божий, Израиль, сын, всякий, не всякий, не азов, позри, нарабатывайся, и зиди, святый жене, всякое действие, запрети на шестым духом женения, я чистил дел руку твои острые, твои упаду, действуй, сука, же, сату, Боже, скорее, да, молимся, Господи помилуй, все владыку, Господи, сотвори человека, по образу твоей покудови, дави ему ложись, не вешай, даже поширик не презреви, но устроим его, Боже, Христа, спасение мира, сам создаем твои избавы от работы и вражи, предисарствие ты пренебесное, отверзи, его очи местные, во еже, озаряты им посвящение Ивана твоего, то при животу Иоанна, свят избавляющий от всякого навета, ржащего среди лукаво, от темно-полодневное это мечтание лукавика, и жени из нее всяк луком чисто духа, с укрытой дизящей сердцею. И жени из нее всяк луком чисто духа, с укрытой дизящей сердцею. И жени из нее всяк луком чисто духа, с укрытой дизящей сердцею. Духа прелести, духа лукавства, духа и дослужения, духа лжи. И всякие нечет действия, получен дьяволю, сотвори его честловесный святой Христа. Твои церкви, наследника, царствие Твое, да позавтра жительство сохрани печенную рощину, соблюд ризму нетленную и получит божество, царствие тем благодатью, и щедротным и человеку любви единородным. Сыны Твои, с ним же благословен Иисусу, пресвятым и благим, и жотворящим Твоим Духом, и не пресвятым всех дел Его, все ангелы Его, все служения Его, все ордения служить. Отрицаем. Отрицаете себе сатаны всех дел Его, все ангелы, все служения Его, все ордения служить. Отрицаем. Отрицаете себе сатаны всех дел Его, все ангелы, все служения Его, все ордения скажите. Отрицаем. Отреклись селись от сатаны, скажите. Отреклись. Отреклись селись от сатаны, отреклись. Отреклись. Исцелись от сатаны, отреклись. И дуньте, и плюньте на него. Під ноги дуньте, и плюньте. Повертайтесь до мене. Сочетовались ли Христу, скажіть? Сочетовались. Сочетовались ли Христу, скажіть? Сочетовались. Сочетовались ли Христу? Сочетовались. И веруйте Ему. Скажіть, веруйте Ему. Веруйте Ему. Яко царю і Богу. Яко царю і Богу. Отче наш, молитву знаємо. А так радісно. Ну, сміємося, значить, радісно. Це непогано, сміятись треба. Ну. Але й очі наш молитву знати, теж вивчити. Кум знає? Отче наш, же єси на небеси, да святиться имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеб раз наш сушный, даже на дни, и оставь нам долги наши, як уже мы оставляем должникам наши, но не нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Прекрасно. Молодец. И так и треба каждому знати, коли йдете. Навіть, щоб вам не казали, що треба чи нас говорить, тобто знати. Я вже не кажу за віру, і там ще віра, і молитва. І іменно хресні батьки повинні знати вірою. Ну, вже так вірою на практиці, як один священник вже старший казав, каже, з тисячі, може, якийсь десяток, що знають під час таїнства хрещення, що знають вірою. Ну, а отче наш вже повинні знати, тому що отче наш є Господня молитва, яку, як говориться, повинні ми знати своє діло, як говорить народ, як отче наш, так. Тому, значить, отче наш повинна кожна людина знати, яка носить хрестик, яка хрещена, без отче наша ніяк, ніяк. Зрозуміли? Віри в єдиного Отця, Сурежіти, Творця Небо, Землі, Відімо Свої, Невідімо, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божий, Дорону Жода, Царя Жди, Натрежив Свій, Свята, Святого, Істина, Зло, Істина, Нестотворена, Єдину, Сушного, Сим же Собішен, Незради, Шелоги, Наші, Розпосни, Шелоги, Духа Свята. І мир і діло шалежує серед спята, жена справедлість і колеса, зрадашу переб'єна, його скрещу прийдя, писання. Єдино хрещення, восставлення, лікувчаю, воскресінь мертвих, жизни будущі віка. Амінь.
За мною тепер будете повторяти. Поклоняємося Отцу і Сину, і Святому Духу. Троїце єдинослушні, і нероздільні. Тепер перехрестилися в плані, то вже не говоріть, тільки хреститься. Благословен Боже, человеку любче хотящий, спастись его, познание истины, примени, присни во веки веков, аминь. Господу помолись, Господи помилуй, Господи Боже наш, призови раба своего Александра по своему просвещению, и сподоби его великий все благодати, свое крещение, отреши его ветхость, и обнови живот вечный, исполни святая та и духа силы, и в сегодня Христа Твоя, да не кучало Тебе, будет чадо царство, благоволение и благодатью, единородно Твой Сын, с ним же благословен, и все пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом ныне присно и во веки веков. Аминь. Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа ныне присно и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи помилуй, свящий мир и спасение душ наших. Господу помолимся. Господи помилуй, святим храмом и с верой и благовением и страхом Божьим ходящих вводь. Господу помолимся, Господи помилуй. О еже святице сегодня и силы действий и Святого Духа. Господу помолимся, Господи помилуй. О еже не спасли и благодати и спасли Ярданову. Господу помолимся, Господи помилуй. О еже прийти на воду свет чистительного пресущественное Троице действу. Господу помолимся, Господи помилуй. Еже последний последний разума и благочестие нитим Святого Духа. Господу помолимся, Господи помилуй. Еже показать изъянание всяко на витовидимых. И не видим и грагу Господу помолимся, Господи помилуй. Еже достойны быть жителями царства крещаемому. Господу помолимся, Господи помилуй. Еже ныне проходя на Святом Пресвящении и спасение Его. Господу помолимся, Господи помилуй. Еже показатись Ему, Сыну, Света, Наследнику вечных благ. Господу помолимся, Господи помилуй. Еже быть Ему, Сратным и Причастником смерти Господи Христа Бога нашего, Господу помолимся, Господи помилуй. Еже сохранитесь в одежде крещения, обручения Духа, скверный и порочный день. Христа Бога нашего, Господу помолимся, Господи помилуй. Еже бити ему вода сию баню покибити, оставление реку одежды нетления. Господу помолимся, Господи помилуй. Еже услышит Господу помолень нашего. Господу помолимся, Господи помилуй. Еже избавитесь, где нужен нам всякие скорби, гневы и нужды. Господу помолимся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй. И сохрани нас, Боже, Твоей благодатью и пресвятую пречистую, преблагословенную и славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшими себе и друг живот наш Христу Богу, предадим Тебе, Господи. Велись, Господи, чудненна Твоя, и едино довольны будет конец чудес Твоих. Велись, Господи, чудненна Твоя, и едино довольны будет конец чудес Твоих. Велись, Господи, чудненна Твоя, и едино довольны будет конец чудес Твоих. Ибо хотенье не слушай. Ближе би притенсяше скрипию сидящий твар, и твоим промыслом стрижший мир. Ты усидит стихи твар, сочинить это на ремене круглета венчал, если тебе трепешет умные все силы, ты пою солнце, тебе слава луна. Ты присущит звезды, твои слова света, тебе трепешет бездны, ты работы источницы. Ты простерлась и небо, как у кожу, ты утвердилась и земля на водах, ты уродилась и море без склон. Ты воздыхание воздуха приялась, ангельские тебе силы тебе слова архана, скалиться и покланяться, научить не что закрывает ты Серафиме. О, крестояши, обретающий страхов твой непрестав. Де пусту славу ти покриваєш Тю. Ти бо чоловіку любче царю прийди нині, і наїдів Святого Духа, його святи воду свою. Ти бо чоловіку любче царю прийди нині, і наїдів Святого Духа, його святи воду свою, дажі благодать, із бенглосні Йорданова сотвори його нетлінні стошник, освящені дар реховний, розумнєм вистеління. Дьявню суду біться супротив сили, неприступно анські крепості сповнено, побіжатні создання Твоє, яка ім'я Твоє, Господі, приздав дивне, славне, страшне, супротивне. Да сокрушаться по необразом Христа Твоє, супротивна сила. Да сокрушаться по необразом Христа Твоє, супротивна сила. Да сокрушаться по необразом Христа Твоє, супротивна сила. Роздирайте. Так, молимся Тебе, Господи, за все звучавшееся привидение, да не утаится в воде сидя, он не скрещая ему дулу, как и помрачены полностью, но все мысли на воде. Но Ты, Владыка, все ему, воежи отложить у ветхого человека, где ему будет и прелесть, опиши же в нового, обновляй полностью знавши его, да не было мне смертвые крещения у они, и воскресни на нарсе поэта и духа, в красе зала благодати, приду позже в горные звания, сопрещаться пророжбу написанной небеси Господи. Аллилуйя. 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 Шапку тоже сняли. Голова.
Помазай, Царя Божий Александр, яви им радование во имя Отца и Сына и Святого Духа, во исцеление души. Можно сажем и тело. В услышание веры. Правую ручку. Руцы Твои создаст им я и сотворист им. Як уходити по стопам? Заповіді Божі. Так, беріть криж, ми всі знизу ходимо, всі на раз. Ні, маю в виду, криж ми. Хрещається раб Божий. Александр, водосій священник, в ім'я Отця амінь, і Сина амінь, і Святого Духа амінь. Ризу мені подай світлою, облікуйся святом, як ризою, много милості Христі Божий наш. А мамі не було роздіти, мамі не показувати, що вона ж не бачить. Вона побачить. Я православный. Блазен Бог. Если Бог Божий, содержите Иисус, Солнце, Падре, все сущность спасения, явление единого Сына Бога нашего, даровая на достойно, блаженно, очищение во святе Боге Божественном. Святотреща помаза, ежене гласи паке, рабасию Александра водой духа вольный, невольный. Реконстант тому даровай, сам владельцы церкви от Родара, ты печатра святого сосильного. И вклоняй твоего духа и причащение святого тела, честной крови Христа Твоем. Сохрани Йотим освящением, утверди православной вере, избави лукаву и всех начинанию, и спаси тем своим страхом, чистоте правды, души, соблюди того всяком, деле слаблаждаешься тебе, сын наследник, будни небесное Твое царство, яко Ты си Бог наш, Боже же мило Ты спаса Тебе с того ссыланием, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Любим, дивись до мене, дивись. Печатера Духа Святого, кому кажіть амінь. Амінь. Печатера Духа Святого. 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 Амінь. Во Христа крестіться, во Христа облікостися, алілуя, єліце. Во Христа крестіться, во Христа облікостися, алілуя, єліце. Во Христа крестіться, во Христа облікостися, алілуя. Он ми миру всем, премудро зводами, повоюся, Господь защитит живота мой, прошуся, Господь, пресвященник мой, спаситель мой, огобоюся, премудро скрепленный, святой апостол, Бога, чтение мне, братья, делиться Иисус Христа, крестивком всем, смертью крестивком всем, Спорит Богом, крещение вас смерть, якоже вас та, Христос, отметный славе, отчетаками, в облублении жить уходите нашним, Аже буду брату бив кроме смерти, то воскресенье будет все видишь, яко ветки на человек ним распяться. До праздницы тело руховное, яко тому не работай на рыху, умерь было пройдиться от рыха. Аж им роком со Христом верен, яко и живи будет с ним. Видишь, я Христос восстал мертвых, тому уже не мрай, смерть никто не обладает. Еже Бог умрет, рыху умрет, единый живет, Бог живет. Так как им помышляется, все мертвы будут, рыху жив живого Христе. Иисусе Господи нашим, аллилуйя!
Аллилуйя, аллилуйя, премудрость прости услышим, святому Евангелию мир, всеми духови Твоему. Евангелие чтение, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вонми во время оно, рече Господь, 11 ученицы, и то, что в Львору, может, повелел ими слуги, что поклонившись им, уже сумнившись, и приступив свой речи, и благоволя, надеясь им всякого власть, на невесте на земле шедшим, за яке крестящись и в их. Во имя Отца и Сына Святого Духа, чарки Христи, и заповеда к вам, и всем с вами из во все дни, и до скончания века. Аминь. Слава Тебе, Господи! Слава милости, жизни, мире, здравия, напряжение, оставление, легкого рабов Божика. Александра, Александра, Руслана, Дмитрия, Натальи, Марины, Валентины, Елены, восприемника, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, но пресвящен, рабе Божьим, Александра, вы не сохрани пяти им веры чистой, исповедуем всяко плавшее зажи. И не забывай Христос все дни живота, и Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милости. Травай и жизнь, спаки, рождение ему, подавай сам, воды Господи, просвящение сам Твое сердце, и возьмет вину. Благослови и жить веры, нету врагов, соблюди не тлей, не плата, одежды не плата, сохрани. Не реши мне духом, пиши благодати, соблюдай милости, ему жена бывая, помощи, брат Твоя, как благословися, и прославися, предчестно и великолепо, имя Твое. Отца и Сына и Святого Духа, ныне пресный во веки веков. Аминь, Господу помолимся, Господи помилуй, владик Господи Божий наш. Купели небесный, священник, крещаем, подавай паки. Ради раба Твоя, посвященный под Иисусу и Сына и Святому Духа, ныне пресный во веки веков. Аминь, миру всем. И Духови Твоему, благо ваше, Господи, преклоним Тебе, Господи. Одеяющий святе Христа, Бога наше, Тебе поклонит, с нами, Своей главой, Божий, сохрани, не победи. Подвижника, гребетнего свира, жду, но все на ней на ней, конечно, не тянешь, а даже до конца, победите все, покажи яком, ты же милоти, и спасатель слава ссылаем, с обозначением твоим отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим твоим духом, и непресно, и во веки веков. Аминь. Оправдался и сим, просветился и сим, просветился и сим, омился Иси имени Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего, охрестился Иси, просветился Иси, миропомазался Иси, просветился Иси, омился Иси во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господу помолимся. Господи помилуй, владыка, Господи Боже, на еже образу Твоей почти человек души словесный, тел благолепно устроил его. Яко да тело слуги словесной души, главу, бо не сочайше положили. И не множество чудрых запинаем друг другу, власти же лаву покрыли си. Твоей же не вреждать из приложений, воздушный лин, все у неосу потребно насади. Да всем благодарим тебя изредного художника, сам владыку избран твоим Павлом, апостолом заповедан нам. Вся слава твоей творите пришедшего раба твоего. Александр, на что сотрудничает, стрижет власти главе и областной купец, его восприемник, и дашь ей все получать в законе Твоей благодатно Тебе дети, яко милости, человек любит Бог и си, Тебя слава высылаем Отцу и Сыну Святому Духу, ныне присно, и во веки веков, аминь, мир всем, и Духови Твоему, главе ваше, Господи, преклоним Тебя, Господи. Господи Боже, на восполнив купленные Твоей благостью, святили Тебя веры в благословение настоящего младенца, и на главу и благословение Твоей достойной, яко же благословилась и пророк Самуил Давида царя, благослови и главу Александра, рукой мне грешный, приходящий Духом Твоим святым. Яко на предводство и стыдной старости, слава Тебе возле видеви благо Иерусалима, все дни живота свояко подобает тебе всякая слава, чрез поклонение от своей Сына и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Поздравляю во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Thank you.
премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейший Гуниславнейший Весровни и Серафим, без исления Бога слава Роши, суши, Бродица, Тевичаем, слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне пресно во веки века, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Еже в Ордане креститесь из воли от Яна, наше роде спасение Христос, истинный Бог наш, молитвы прощицы своей матери, святых славных сыкольных апостолом, святите Николай Архиепископ, Рудокийский чудотворцы, же храм всех, всех святых помилуй, спасает до века благ. И человеку любец, аминь, благоденственное, мир, молитве, здравие, спасение, всегда благой поступил наш Господи, рабом Божьим, восприемника здесь предстоящим, и крещаемого младенца Александра, и родителей его, и всех предстоящих, земляшихся, не сохранившихся. Многое, многое, многое лето, многое, многое, многое лето, многое, многое лето, многое, многое лето. Вітаю вас, хрестні батьки. Сьогодні ви були свідками таїнства, яке завершилось над младенцем Олександром в цьому святому храмі, в тій хрестілці, де пізно, як ми бачимо, і розпись нагадує нам тут, що дійсно це кімната приготовлена для таїнства, які завершаються. Вже багато років люди приходять і приймають таїнство хрещення, тобто приймають православну християнську віру. І сьогодні ви, хресні батьки, принесли младенця Олександра, який сьогодні прийняв віру православну, так як він маленький, тому і повинні бути свідетелі зрослі, тобто хресні батьки. Яким довірили рідні батьки, щоб ви пішли в храм і похрестили їхнє дитя, і вже храму повернулись, і принесли вже в дім їхню родину, вже їхнього синочка охрещення, який сьогодні прийняв таїнство хрещення. Таїнство помазання, яке було те совершенно, це єдиний раз летіть. Також людина приймає таїнство помазання, помазання миром. Де і ви брали участь, коли я помазував миром, говорив, печать дорожуча святого, ви всі казали амінь. Тобто так, що ви бачите, що дійсно дитина помазується святим миром. І так само ви бачили, що завершалось таїнство. Водне таїнство, тобто хрещення у святій воді, на яку перед тим, тобто було проведено посвящення цієї води. Хай здорово росте, щасливий і радісний, і Богом благословений младенець Олександр. Благословен Бог навсегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Ты святая Троица, помилуй нас, Господи, чистый руки наши, владыка, прости в законе наш. Святый посвятил истине немощи наши, имей Твоя ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесе, на земле хлеб, да насущный дашь нам есть. И остави нам долги наши, как мы оставляем другим наши, грехи на воскрешение. Но избави нас от лукава, и как мы есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына Святого Духа, и Христа, и веков. Аминь. Богородице, и радуйся, благодать, Мария, Христовой, благословенна Ты, жена, и благословен плод чрева Твоего, Спаса, родилась и душа наша, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Молим Тя, Господи, святых святых и Богородицы, Твой мир дай нам, и помилуй нас, як один шест. Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, Боже, Святожителю, учите всякого река, всякого родства и церкви, суждень, Господи, прежде святых Твоих пая, а не рожден от рача, благослови. Возрасти, освяти, вразуми, и слово мудрое, Богу мудрое, яко Ты привел еси и показал еси свет, чувствен до ума. Подобие света, о, древние еди, обратилась и собрался в том стаду. Единородный Ты, Сын, Сын же благословенный си, со пресвятым и благим, и творящим Твоим Духом ныне присно, и во веки веков. Аминь. Мир всем, и Духови Твоему. Слава Ваша, Господи, преклоним Тебе, Господи. Господи, Боже, на Тебе спасибо, радость, на примера, будь сиюн. Елену, как честный пресвитель, в храм, славись. О, мне сквозь телесных и душевных, на 60 дней творящих, достойных, ты чашин честной тела и крови Твоя. Я посвятился прослать по честным великолепным имя Твоя Отца и Сына, и Святого Духа, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помолимся, Господи, помилуй, Господи, Боже, на 50 дней младен, за кому храму, принцем, под Марины скузобрашные, и святые Твои Матери на объятия праведности, и носили, сам Владыка, сын принцем, все младенца, если Твой Субтитры, всякое дело, Владимир, он не обогнает. Вот и всякому знамение Христа Твоего, и во сохрани младец, Господи, Господу Всем Святому Честному крещение, початку принцесса, святую благодать, свои другие дни против, во всякое случае поклонение, чтобы начать Твоим Отцем, чтобы святым благим, и натворящим Ты, как не писанный воды веков. Аминь, мир всем и Духове Твоему. Славя Ваша, Господи, преклони Тебе, Господи. Боже, Господи, Вседержителю, верю власть, наши кровь и сей принести вина. Ежу Тебе плащенный юрон Ты, Сына Бога нашего. Ежи в последние дни благоволения Твоей святости, Святого Духа, спаси ради нас. Человека, медведь, на благотроде, и к ним младенцев, на Твоих воле. О, обижив законы и святым Твоих, по исполнению очищения. Святые лица, проведенные список, это истинное заповеженное. Все объятия правильно, все носите из воли ожидать преображения. Прорешенные кровцы, крещен угля. Явши по знаку, жим верный, подражание благодати, держим сами не сокрыть владец, Господи. Благослови от рача и укупит родителей восприемником Его. Из-под лоби Его, время поботребного дойду ботратин совершти. Святому стаду, Твоему стаду славят Твой свет, на лице мне Христа Твое. Я как и вещи, жен святым святым славу ссылаем, чтобы начать Твоим Отцем, все пресвятым благим, бежотворящим, Твоим Духом ныне присно и во веки веков. Аминь. Иду в дом и поклоняюсь храму Твоему святому. Так, посреди храма, восхвалю Тебя, Господи. Иду в дом и поклоняюсь храму Твоему святому.
Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейший Кринославнейший Босранин Серафим, предвестение Богословорущая Суши, Бровица Тельчая, слава Тебе, Христе Божий, в уплоте нашем, слава Тебе, слава Суси, Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Изобъятие праведного Симеона, носитесь из Боли, нашего рода спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвы пречисти Своей Матери, Святой Славной Степени Господом, святите Николай Архиепископ Великий, чудотворцы и храм, и всех святых помилуй, и спасение за кобла, и человека любит. Аминь. Дитя ваше приняло святайство хрещення, роздівали ми повністю, до гола так хресні батьки говорили, що ви казали, що повністю роздівали. Ви казали? Хай розповідає, значить, кожну неділю ви маєте право, і якщо є бажання, приносити дитину до причастя на літургії.